Новая криптовалюта позволит легче торговать, хранить и инвестировать в драгоценные металлы, особенно в золото. По данным CoinTelegraph, панамская компания OraCrypt намерена запустить токен «Актив», за которым последует запуск золотого токена в октябре, каждая единица которого будет обеспечена 30 граммами золота в соответствии с котировками Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов. Этот токен будет полностью подкреплен физическим золотом, которое будет храниться и контролироваться в полной безопасности. ICO OraCrypt стартовал 14 июня 2017 года.